Всем привет, друзья, это канал Мусалим. В работе у нас кесик, жидкие подкрылки. Задняя арка уже готова. Такой у нас сплошной ковер нанесен. Наносим мы его с пульверизатора. Также данный компонент служит как защита металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это подсохнет. Ну, пока ждем, мы клеим такой вот шумопоглотитель, он двухкомпонентный. Как и вибро, так и шума. Штатные подкрылки. Ну и вкратце покажу, как работает данный полимер на примере колокольчиков. Видите, справа от меня голый, слева обработан. То есть сами можете услышать, какая разница. Звенит и более глухой звук. Так работает данный полимер на арках автомобиля. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!